Копчености – традиционный деликатес для южан в зимнее время. Продукты вялят и коптят, чтобы увеличить срок хранения мяса в условиях влажного и жаркого южного климата. Сегодня копчености – это и обычная закуска на домашнем столе, и деликатес во время банкета. Рис с копченым мясом в горшочке – одно из классических блюд с копченостями. Приготовление этого блюда – дело трудоемкое. Повар должен постоянно контролировать интенсивность огня. Только так можно приготовить ароматный рис с копченым мясом в горшочке. Для приготовления блюда лучше употреблять особый керамический горшок. Рис варят сначала на сильном огне, а когда он разварится, блюдо оставляют томиться на слабом огне, чтобы вкус и аромат копченого мяса полностью впитались в рисовую массу.